Последние годы жизни совсем не радовали любимца публики. Его жена ушла из жизни 10 лет назад. Это стало большим ударом для Леонида Куравлева. Ведь Нина Васильевна была единственной женщиной в его жизни. Актер был влюблен в нее с 16 лет. Супруги никогда не расставались. После ее ухода Куравлев стал вести затворнический образ жизни. Дети всерьез опасались, что он может покончить с собой. К тому же здоровье артиста становилось хуже с каждым днем. Серьезные проблемы с сосудами стали настоящим испытанием для звезды советского кино и его родных. Ведь это может сильно изменить характер человека. Все это время двое его детей постоянно были рядом. Дочь Екатерина и сын Василий приложили максимум усилий, чтобы обеспечить комфортную жизнь отца. Актер жил вместе с дочерью, сын вместе с внуками часто навещал его. Однако последние месяцы жизни Куравлев провел в пансионате для пожилых. Ведь ему нужен был постоянный специализированный уход. Родные артиста тщательно выбирали нужное заведение. Хотя окружающие сомневаются в искренности их намерений. Якобы у известного актера были проблемы в отношениях с детьми. Ведь в прошлом он много времени уделял карьере. Существует мнение, что дети недополучили отцовского внимания. Задолго до ухода Леонид Вячеславович позаботился о будущем своих детей. Он разделил имущество поровну между ними. Известно, что в его собственности находилась пятикомнатная квартира в центре Москвы. Недвижимость с видом на Москву-реку и храм Христа Спасителя оценивается приблизительно в 80 миллионов рублей. Кроме того, Куравлев владел дачей в Подмосковье стоимостью около 10 миллионов. Кстати, несколько лет назад Леонид Куравлев захотел выбить свое имя рядом с именем любимой жены на Троекуровском кладбище. А вы смогли бы отдать родителей в дом престарелых?